Привет. Отштиблет. Мы опять. У нас кофейная пауза. Байки на фитбайке. Сейчас едим шоколадку, попьем капучинку. Сережа перешел уже на капучину. Хватит с него карамельного макиято. Я вообще рассчитывал на другой, конечно, напиток. На какой? Ну, как минимум, карамельный макиято. Ты сейчас купил себе сигареты вторые за день. Поэтому урезал твой паёк немножко. Это несправедливо. Приехали, друзья, на Клеопатру. Погода просто пестня. Самое то. Еще не совсем прям, чтобы... Ах! Хотя, хочешь, можем точно замерить. Если сейчас мы достанем своего... Утёнка, мы можем замерить температуру воздуха. Сейчас, держи, я сейчас достану. Достань. Вам момент. У нас есть одна штука. По моим ощущениям, 21-22 максимум. Повешенная. Сейчас, подожди. Мы купили. Мы вам уже говорили. Сейчас будем разговаривать. Минутки 3 пройдет максимум. Как раз в аккурат температурку замеряем. Хотя и так вижу, что... Ну, показывай. Сейчас у тебя кофе упадет. Пока высоковато. Нужно понимать, будет опускаться или не будет опускаться. А что сейчас показывает? Сейчас показывает 24,8. Вполне возможно. На улице тепло. Ну, да. Мы воду замеряли. Было 23 градуса. А если 24,8, вполне возможно, что так и есть. Ну да, это рюкзачная, моя рюкзачная. Показывай, чтобы доказать. 24,7 потихонечку опускается еще. Угу. Ну, короче, в этих пределах. Я думаю, 24,5 градуса, это как пить дать. Нет, камеру желательно. Бликует? Да. Камеру показывай. Да я же не знаю, где у тебя камера. Не надо, там и камера. 24,7. Да. Все видно. Прячь крокодил. Обратно утенок домой. У нас на привязи, видите? Не убег. Чтобы не убежал. Держи кофе. А это для всех. Поедем сейчас в один... А, говорила, да? Поедем в один отель, попробуем там пошастать. Здесь на Клеопатре. Называется Аладдин. Мне так понравилось, там дворик красивый, в восточном стиле. Я так скажу, сейчас если выйти на пляж Клеопатра, посмотри, сколько там народу. Не надо баловаться. Да. Один из самых востребованных. Задолбались Клеопатрой. Клеопатра. Сами, блин, плевались. Очень от количества много информации про Клеопатру. И сам я ее, блин, Клеопатрик. Ну, это вернее. Тянет. Ну, на самом деле, когда вода будет 26-25, пофигу будет, где купаться. Везде прорезано. Нормально. Ну ладно, сейчас допьем, смотаемся. Если получится, покажем. Но вот в этом выпуске. Что показываешь? Какая у тебя классная футболка залинялая, прошлогодняя. Симпсонов. Надо это. Ну все, поедем. Ладно, сейчас допьем кофе. Что ты показываешь? Что ты крутишь? Пальму показываю. А за пальмой? Средиземное море. Собачья мусорка. Нет, это культурно все. Ну, пожалуйста, для собачки и покушать кладут, и выбросить все, что нужно. Здесь и покушать, и покакать, что в одном месте, короче. Ну, друзья, хочу вам показать, как заботится наш муниципалитет Аланийский о животных. Тут есть такие автоматы, вы можете помочь животному, собачкам, кошечкам. Ну, наши друзья, да. По-русски, пожалуйста. Вот мы кидаем лирочку одну. Вот. И что? Ничего. И ничего. Хотели помочь животным.
Все, мы поняли все, Сережа. Не работает. Ну, в общем, суть... Найдем работу. Да, суть сейчас вам ясна, что тут помогли животному аннулиру. Я видела такие же аппараты в Одессе, кстати, тоже. Единственное, до чего тут еще в Турции не дошли, здесь сортировки мусора нет. В Одессе уже во все это. Есть некоторые разноцветные контейнера. Есть, есть, да? Такие же супер-супер, но есть. Понятно, понятно. Ну, ладно, хорошо, едем дальше. А вон телефоны, смотрите, какие. Телефонные аппараты. Алло. Алло. Кто это? Это я, Козюльский. Да? Это кто, Козюльский? Это психушка? Вызываем, приезжайте. Через 200 метров еще один аппарат. Сейчас попробуем этот, работает или нет. Судя по тому, корму сколько тут уже насыпано? Да, там нормально. Я думаю, он работает. Ну, давай, Лирочку кинь. Мы посмотрим. От печали до радости, реки и горы. От печали до радости, река и моря. Совмещается, казалось бы, несовместимое. Кладбище и пляж. Дорогие друзья, хочу показать вам сегодня отель. Называется Aladdin Beach Hotel, 4 звезды. Он находится вот здесь, прямо в районе Клеопатра. Я вам показываю просто локацию. Вот здесь начало набережной. И набережная — это Тюрка. Сережа меня ждет, сидит. Пойду попытаюсь снять хотя бы лобби. Потому что, честно сказать, не сильно разрешают снимать отели. Начинают там что-то. Но на пляж этого отеля мы точно пойдем. Так я вам покажу примерно, как он выглядит вот с этой стороны. Здесь такой бассейнчик прикольный. Парковочка. Султан кафе, столики. Смотрите. Я думаю, вечером здесь красивые подсветки потрясающие. Попробую туда зайти. Так, сейчас мы выходим в зону пляжа. Здесь я вам покажу бассейн. Классный. Такая лаунж-зона. Так сильно не буду привлекать себе внимание, чтобы меня не поперли. А то меня везде прут со всех. Здесь ресторанчик. Так, тихонечко показываю, чтобы людям не мешать. Выходим на пляж. Покажу вам тихонечко. Какой здесь пляж. Ну, классное место, честно сказать. Пляж офигенный. Ну, не знаю, мне Клеопатра нравится очень. Смотрите, какой. Просто кайф жизненный. Вот так он выглядит с этой стороны. Так, что здесь в ресторане, какие цены? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим и фонареем. Ну, 190, 190, 320, 190. Это так просто бегусь по ценам. 45 лир, 40 лир пиво, 50, 40, 50, 60 пиво. Ну, в общем, суп около 50 лир. Тунец 95, 100. Ну, как бы сказать, не испугали. 85 лир пицца. Ну так, нормально, более-менее. Да, думаю, после этого можно выжить. Что? Пляж показала. Локацию показала. Просто бассейн отпад. Я не могу, понимаете, когда вижу бассейн, я схожу с ума. Настолько я люблю, особенно вечерние. Эти подсветки все красивые. Здесь находится, я так понимаю, кухня их. Ну, столовая, ресторанчик. Вот. Ресторан точно, да. Здесь туалеты находятся. С
справа. Здесь экскурсии. Потом красивый такой ресепшн покажу вам. Видите, как красиво здесь в восточном стиле. Здесь очень красиво. Здесь такая, ну, типа гамака. И вот этот вот очень красивый. Вот этот вот бассейн. Видите, все в восточном стиле сделано. Иду, типа, я здесь живу. Короче, классный. Классный отельчик, уютный. Номера, я думаю, вы сможете посмотреть. Видите, как вход красивый. Ухожено, все чистенько. Класс. Ну, как бы внешне, что я сейчас увидела, прям очень мне понравился. Сейчас пойду к Сереже, расскажу ему. Короче, зашла я на пляж, прошла я туда все полностью. Ну, в номерах, конечно, не была, это не нужно. Была на ресепшене. Но пока это на первом месте, этот Аладдин. Очень ухоженный, очень красивый. Прям, знаешь, восточная сказка. Ухоженно, чистенько. Такой бассейн шикарный просто. Ну, проблем, да, дали, пустили. Да, я зашла, морду кирпичом сделала, зашла, как будто я там живу. Я же оделась сегодня как турист. Кепку с надписью «Турция», то есть сразу видно, что я это. Фанат. Да, классный. Отельчик хороший. Пляж просто. Муа. Песочек. Ну, нормально. Давайте будем, может быть, какой-то рейтинг наш личный делать. Наши. Ну, наши. Очень сложно. Да, очень сложно, потому что мы не были в номерах, мы не пробовали здесь еду. Ну а так очень ухоженно. Так что, друзья мои, отель Аладдин, Клеопатра. Еще раз показываю локацию. Анжелик. Будем? Да, напротив. Анжелик Даунтаун. Будем стараться, если будет получаться, будем стараться, конечно, что-то вам показывать. Своими глазами шастать, смотреть пляжи. Где сможем, там покажем. Вот этот прям милый, милый, милый. It's not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drown me? Ain't no way I could deny you. I could try. Won't you kiss me? Друзья, остановилась показать вам такой бич-клаб, называется Кокос. Очень классный. Вот уже запустили бассейн. Здесь и ресторанчик, и такое место для отдыха. Посмотрите, как красиво. Еще как-нибудь приеду вечером, поснимаю. Здесь такие подсветки сумасшедшие. Там еще огромное джакузи, но оно не наполнено. Так что прям красивая такая картиночка красивая. Не правда ли? Находится недалеко от набережной, от маяка, в центре. Куда ты смотришь? Я смотрю на общежитие голубей. Видали такое? Вот это круто. Смотрите, сидят там, каждый в своей квартире. Смотрите. Не знает, кто куда. Такие вот тоже строят. Вещи. Внизу лучше не ходить, это будет очень много денег. Да, а то денег потом не отмыться.